В одной из самарских школ прямо во время урока прозвучало тревожное оповещение. Дети и учителя знают, это сигнал чрезвычайной ситуации террористического характера. В такой ситуации нужно действовать четко. В 49-й самарской школе прошли антитеррористические учения. Мы знаем, как правильно готовиться, если нападут террористы на школу. Все ситуации мы знаем, как надо правильно делать. Первое, нужно не паниковать. Второе, нужно заблокировать вход. Нужно выключить все мобильные телефоны и найти себе укрытие подальше от окон и дверей. Без практики теория быстро забывается, поэтому учения проходят в школе регулярно. Важно довести действие до автоматизма, чтобы в экстренной ситуации не растеряться. Есть алгоритм теоретический, есть алгоритм практический. Конечно же, учебно-методический комплекс нам в этом помогает. Это обучающие и развивающие фильмы, методические материалы. Все участники образовательного процесса могут вместе со своим учителем эту ситуацию отработать, отыграть, находясь в своем учебном кабинете. Правильность выполнения действий в ходе учебных тренировок на контроле. Я, как заместитель по безопасности, периодически посещаю те или иные кабинеты, проверяю, как это выполняют ученики и классные руководители. Во-первых, это должно быть ограничено во времени. То есть мы должны оперативно закрыть дверь, оперативно спрятаться и сидеть в тишине и выполнять все указания, которые далее прозвучат от администрации школы по громкой связи. В рамках учений в школе прошел военно-спортивный квест «Дети против терроризма». В игровой форме ученики старших классов отрабатывали навыки оказания первой медицинской помощи, сборки автоматического оружия, преодоление полосы препятствий и надевание костюма химзащиты на время. Ученик 10 класса Андрей Кнутов, чтобы уложиться в нормативное время, тренировался около 2 лет. Рассказывает, здесь важны ловкость и последовательность действий. Сначала нужно надеть чулки, потом противогаз, чтобы дыхательные пути были закрыты от радиации. Дальше надевается плащ, полностью застегиваются все пуговицы, и потом в конце надеваются перчатки. Нужно тренироваться, чтобы делать это быстро и как можно быстрее. Этот навык, я думаю, пригодится в жизни. Например, когда мальчики уходят служить, он может пригодиться, например, в армии. Учение по антитеррористической защищенности – обязательная составляющая внеклассной работы во всех школах города. Галина Топилина, Николай Сидоров. События.